Давайте послушаем, что говорил Даниил Аминин мне. Украинцы, которых вы приехали убивать и захватывать, вам помогли. Это разрыв шаблона для вас или нет? Ну что, это не ехал убивать украинцев. Вы же стреляли. Вы говорили, танк стрелял. Танк стрелял. Вы помогали танку стрелять, потому что вы были водитель. Я не стреляю в танк. Вы водите танк. Я вожу танк. Вы часть экипажа. А, Даниил, а чего мы так боимся? Вот я просто не понимаю. Ну, я, ну, здесь же мы свободно говорим. Ну, вот для чего вот эти все вещи, да? Вот я просто не понимаю. Солдат, солдат. Пошел на войну, пошел. Танк стрелял, стрелял. Я водитель танка. Я часть машины, которая убивает. Убивала украинцев. Стреляла по украинцам. Чего мы боимся? Признать правду? Ну, мы не убивали. Потому... Откуда? Ну, танк стрелял. Откуда? Вот вы лично знаете, что танк не убивал. Потому что там никого не было. А что? Никого не было. Просто снарядом гасили? Да. А для чего? Не знаю, это уже надо спрашивать у моего командира. А вы понимаете, почему вас взяли в плен? Хотя бы это понимаете? Почему меня взяли в плен? Да. Чтобы в дальнейшем обменять на украинских солдат. Вот вообще, почему вы в плену? Вы же просто ехали. Ну, вы же просто ехали. Хотели посмотреть Чернигов, я так понял. У вас это понимание есть, почему вы в плену? Почему я в плену? Потому что я сюда приехал, вот я здесь в плену. Как кто? Как военнопленный сейчас. Нет, вы сюда приехали как кто? Как агрессор. YouTube-канал «Львів Медіа» — это прямой эфир, то есть мы можем общаться в прямом эфире. Ставьте свои лайки, это помогает для распространения этого контента. И также вы можете мне писать комментарии под этим видео. Я все вопросы вижу и смогу на них ответить. Это был Даниил Аминин, да, он сказал, я никого не убивал. Для него трудно понять, что он делал в Украине. Ему трудно выговаривать, что он оккупант и агрессор. Но Даниил Аминин был обменен. Да, это случилось в начале ноября. Даниил Аминин был обменен, он вернулся в Российскую Федерацию. Хочу подчеркнуть, что сейчас обмены, они более активны. И вот большой пропагандистский российский канал снял видео, как российские солдаты, которые были в плену, возвращаются домой. Russia Today снова. Постоянно содержали лежа с завязанными глазами, на допросы водили, били постоянно. Просто, ну, забивали до смерти просто пацанов. Вот так Даниил Аминин рассказывает, как забивали до смерти всех и какие трудные, в каких трудных ситуациях они пребывали. Что я здесь хочу сказать на слова Даниила Аминина. Вот мы когда приезжаем в лагерь, да, это единственный лагерь для военнопленных в Украине, и, например, мы разговариваем с ними по несколько часов, и есть время обеда, так? И мне говорят, Любомир, в 12:30 обед или там в час мы должны прервать интервью, потому что у военнопленных режим, и они должны идти кушать. Так, они не должны остаться без обеда. Мы прерываем интервью, можем ждать после обеда или уезжать, чтобы приехать в другой раз. И вот то, что говорит Даниил Аминин, что их там избивают, там завязанные глаза и так далее, мне лично трудно поверить, я не верю в это, потому что обед по расписанию. Так русские говорят, война войной, а обед по расписанию даже для военнопленных.